человек и отражался. Но когда он приехал, то спрятался. А ранее робким ты мне не казался. Сильно сомневаюсь в том, что пророчилось, что время слухов на шептывание закончилось. Дай простому люду ощутить вкус власти, они отведут человечины, как львы в страсти. Остальное им тогда кажется не сладким, а для жертв тем уже не кажется гладким. Из-за ошибок ужасных не поют соловьи, и мы насмех расстаемся с любимыми людьми. А после всего страшимся стать им помехой, шутим на серьезные вопросы, прикрываясь смехом. Шутим, прикрываясь смехом. Хочешь узнать человека? Дай ему власть и денег. Хочешь узнать человека? Дай ему власть и денег. Хочешь узнать человека? Дай ему власть и денег. И увидишь настоящее. Настоящее лицо увидишь.